There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Друзья, всем привет. Я все еще нахожусь в больнице, поэтому качество может быть не очень. Эхо здесь может мешать. Но завтра меня выписывают, поэтому видео будут в хорошем качестве. Сегодня хотел поднять достаточно важную тему. На самом деле мы об этом уже говорили, но давайте еще копнем в это русло. Также коснемся того, что тебя ловит, то, на чем тебя угар ловит, чтобы ты не смог выйти из этой западни. В общем, смотрите, суть в том, что угар создает такую вспышку сознания, делает. Оно пускает какую-то мысль, подкидывает на твой счет, из-за которой ты себя винишь. И ты начинаешь вращаться в этом, вот в этом, в этой спирали на чувстве вины. Но как это происходит? Тебя именно УКР подставляет, ты с ним в какой-то степени соглашаешься, потому что опыта нет, потому что мысли слишком сильные и близкие к твоему сознанию. То есть смотри, процесс лечения выглядит следующим образом. Почему нужно не реагировать? Да потому что у нас дистанция от мысли становится дальше, и мозг привыкает как бы существовать отдельно от мыслей, и он начинает в навыке, в привычке наблюдать за ними. Поэтому нереагирование, оно нужно для того, чтобы развить навык держать дистанцию от мыслей. Когда мысли на дистанции, тогда они заметны, тогда мы на них не ведемся, меньше ведемся потихонечку. И мы можем их отслеживать, отсекать. А для этого нужен навык нереагирования на мысли. И возвращаемся к теме видео. Вот смотри, когда мысль туда нападает, ты начинаешь себя с ней отождествлять и смотри, что происходит. Происходит одна из самых главных уловок УКР. Ты себя начинаешь ненавидеть и судить из-за этой мысли, которая на самом деле против твоей воли. То есть ты начинаешь себя ненавидеть. И одно из ключевых моментов в лечении УКР, один из моментов, это любовь к себе, развитие любви к себе. Ты не должен себя судить за свои мысли. Ты должен понимать, что это какая-то иная часть тебя, которая против твоей воли возникает и тебя виноватит на твоих самых важных ценностях. В общем, нужно развивать любовь к себе. Как бы сейчас это ни звучало банально, ты должен не судить себя, ты должен вот этого вот своего вот внутреннего человечка, внешний, понятно, он косячит, он ерунду какую-то делает, он мыслям верит, а внутренний человек, он ни в чем этом не виноват. Вот это внутреннее я, оно в этом не виновато. И ты должен его любить и не судить за вот эти вот внешние какие-то моменты. Ну и в чем еще одна ловушка ОКР, это в том, что ты думаешь, что ты уже все знаешь, что ты уже сейчас, еще чуть-чуть, и ты уже сейчас вылечишься, остался последний рывок, но вот это самое важное тебе не дает выйти из этого вот водоворота лжи. На самом же деле это всегда так. ОКР любой ценой будет находить что-то очень-очень важное, чтобы тебя оставить в этом состоянии. И то, что вот это последнее важное, самое-самое важное, что тебе не дает уже полностью отпустить это все, это тоже обман. И это не важно на самом деле. Это тоже обман. И на самом деле тебя УКР хочет опять заманить в свою ловушку. Вот этот вот последний
Последний штришок, думаешь, ну ты уже все ведь знаешь. Вот это, вот только вот это, вот оно мне не дает выйти. Обман. Полнейший обман. Так же, как и обманом является то, что ты думаешь, что у тебя самый сложный случай, запутанный, непонятный. Это тоже обман. Как и вот этот последний момент, который ты не можешь все-таки разоблачить. Подытожим. ОКР вызывает не любовь к себе, необоснованную. Первый момент. Второй момент. ОКР хочет что-то вот оставить, чтобы ты попытался все-таки решить вот этот последний шаг сделать. Но на самом деле это не последний шаг. И ОКР тебя вводит в отчаяние, говоря о том, что у тебя самый тяжелый случай. И все это строится на первом пункте не любви к себе. Может быть, здесь связь не прослеживается, но эти пункты на самом деле, они, возможно, в чем-то последовательны. Нелюбовь к себе, и ловушка идет на нелюбви к себе. Вот. Подумайте, поразмышляйте, может быть, кому-то что-то откликнется. Кому консультации нужны, пишите снизу, вся информация. Погнали!